Всем снова привет. Да, я вернулся. Прошло много времени и многое поменялось в моей жизни. Но любовь к творчеству и стремление им поделиться никуда не делось. Поэтому я снова тут. С момента моего последнего ролика я много думал, чем же хочу заниматься в жизни. Вернее, как именно этим заниматься. Ведь я верен своему делу и своей любви к искусству и творчеству. Этот вопрос часто возникает в моей голове. И я каждый раз ищу новые пути к самореализации и каждый раз не нахожу ничего лучше, чем поделиться своими знаниями с другими. Ну и, конечно, работать в той сфере, которая приносит удовольствие помимо денег. Итак, вкратце. Пока меня не было, произошло примерно следующее. Я поработал в офисе со всеми офисными рамками и кандалами. Побыл директором и управлял небольшим отделом дизайна. Скатался в Финляндию с велосипедом. Нашел свою любовь. Посмотрел край земли, а именно Фарерские острова и Исландию. Сделал пару больших проектов на фрилансе, и вот я снова с вами, мои друзья. В первую очередь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам творческих успехов, и не только творческих. Хочу, чтобы ваше развитие было максимально эффективным, и я своими уроками постараюсь вам в этом помочь, потому что действительно хочу, чтобы люди к чему-то стремились, и им это было удобней. В наше время довольно просто, на самом деле, что-то изучать, в том числе и программы, потому что есть такие вещи, как YouTube, где я, в принципе, и собираюсь продолжать свою деятельность. Вот. Хочу сообщить то, что с января, где-то, наверное, после январских праздников, я продолжу снова вести вебинары. Я буду снова записывать видеоролики. Также я буду набирать группу в... У меня будет такой раздел, в котором будут вебинары, которые именно люди, которые с самого начала собираются учиться, то есть от нуля, и пошли с самых основ выше, выше, выше. Я планирую набирать именно учеников. Это будет платно, стоить будет недорого, сразу скажу. Будет собираться группа по несколько человек, и вот будут, значит, разбиваться от самых, кто только начал осваивать 3D Max, то есть самый начальный уровень. Будет также группа набираться на средний уровень, тех, кто уже поняли принцип работы. Но им интересно узнать о всяких дополнительных программах, о том, как настраивать рендер, свет, чтобы картинка была сочной, красивой. И будет уже уровень не то что про, скорее будет отдельная еще группа. Именно вот по дополнительному софту, то есть такому как Marvel's Design, такому как ZBrush, то есть люди, которые уже в принципе знают, как моделировать, уже знают, как ставить свет, настраивать текстуры и рендерить, но им интересны какие-то новые возможности, новые способы ускорить, может быть, свою работу или наоборот ее как-то развить в более широком диапазоне. Вот. Будет набираться 3 группы. Также в январе будет, как и раньше, будет выходить один раз в неделю, скорее всего, по субботам. Также точно скажу уже, в январе будет выходить вебинар, онлайн, естественно. Вот, и будет выходить периодически, без какой-то привязки ко времени, в среднем раз в неделю будет выходить ролик. Я буду делать более короткие ролики. В прошлый раз я делал довольно длинные, и, посмотрев статистику, понимал то, что многие не осиливают посмотреть там полтора часа, даже если информация там какая-то полезная и нужная, то есть, ну, тяжело смотреть, я сам это знаю, я сам смотрю ролики на YouTube тоже, что-то новое до сих пор сам узнаю, и понимаю, что тяжело смотреть информацию, которая длится 2 часа, вот, нужно внимательно смотреть, внимательно вникать, поэтому я буду делать ролики буквально там по 15-20 минут, может быть, даже по 10 минут, пока еще тоже не знаю. Вот, и жду от вас комментариев с пожеланиями, с какими-то пожеланиями в смысле, что вам это нравится, не нравится, удобно, неудобно. Я хочу максимально вывести на такой уровень, чтобы вам было это комфортно. Вот, и еще раз повторюсь, жду всех на своих вебинарах. Кто захочет подписаться на платный вебинар, который будет проходить раз в неделю, пишите мне в личку, все укажу внизу в описании, куда писать, куда подписываться и так далее. Вот. И всех еще раз с Новым годом. До встречи в январе.